Всем привет, друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, это реакция на сериал Оумир, 15 серия, Оумир воздал. Смотрим продолжение истории, что произошло, что произойдет, узнаем, в конце поболтаем. Так, я надеюсь, громкость нормальная. Данияр Бекмурзаев. Что случилось? 28 лет. Так, в чем дело? Отец Булат. От одной ходки отмазал. Ты теперь вторую мне придумал. Есть младший брат и мать. Ольга Мыш. Эжас. Работают солидные компании. Я исполнитель. И ты обязан быть здесь. Сам женат. И ты мне нужен живым. Алло. Хорошо, Наталья. Скорее всего, дома. Что? И знаешь... что за ошибки наказывают. Плохи твои дела, Даниэр. Плохи. Пусть поиграет еще. Ну, здесь это старый трейлер. И надеюсь, быстро забыть все, что там показывали. Но особо это как бы не влияет там на сюжет. Обычно такие моменты какие-то показывают. Где ты, брат? А чё ты ко мне не пришел? Зачем себе позвал? Саундтрек тут такой печальный вообще. Кайра был прав, да? Здесь пиздец сумма, пацаны. Все, на улице ну, все вот чисто. Это главная тема. Сабит, на выход. Ой, здесь пока. Я приношу можно свои было бы, изменения ну, глубокие, да? Другой. То есть, ну, ошиблись, бывает. Саунд. Сейчас подождем, как наш план сработает. Но зная, что этот улан тот еще алкаш, я думаю, все будет как надо. Адрес их знаешь? А чего раньше не говорил? Ну, не спросили же. Тьфу, ебаный. Яс! Так, бери ОМОН, выезжаем на адрес. Братан, там менты стоят. Валят. Сколько их? Я только одного вижу. Карсен. В смысле, Карсен? Это тот. Карсен аж. Икрет хайклаймы? Братан. Они на другой квартире, что ли? Ассалам. И чё так долго дверь не открываете, а? Чё мента увидели? Очко заиграло, что ли, а? Я присяду. Утер. Я без той реки. Эх, о реке? Я не понял, вы чё, оху... что ли, а? Вымыр, точно эта квартира? Да. Харятаган, мында утырды, а там пацаны. Асет! Шеф, все прошарили, никаких следов, все чисто. Диас, балдарды алып кетерим. Так, все надо бить мында. Кремелестер чакыр. Пусть здесь все отпечатки пальцев снимут. Хотя вы здесь, наследили, может, что-нибудь найдут, потом хозяйку квартиры, риэлтора сюда вызови. Или туда, в кабинет себе, и допроси, понял? Все, все. Обязательно. Понял. Хай-вай готерп, кэпиш прдинки его отца. Айтасин, что у нас санкция на обыск была, что государство вам ущерб восстановит. Ты понял? Чё понял? Иди работай! Деятельный тоже. Чё, разнесимся. Ты их лица запомнил? Я? Так, надо его ДВД завтра доставить. Угу. Пусть фоторобот сделает. Чунде улап, что сах, надо будет на опознание еще привести. Опознаешь? Конечно. Так, он у меня кеттым. Вот надо найти этого гниту, кто вот прикрывает это все. Я чувствую, жопой крот среди нас находится. Стопудово был. Да. И тем более сейчас надо это, за ним будет следить, надо будет охрану поставить, пару сотрудников. Да нет, брат, я буду следить, не переживай.
Ты справишься, точно? Все, брат, все. Все, на связи. Да. Хорошо? Твой харандер достал. Все, все, все. Капец. Тоже на усы квартиры, мы? Я, конечно. Просто сумби тұрған қалай олар үлгерді. Мен просто тебе бүкіл информацияны айтып берем. Ты молодец, Умер, ты красавчик. Не в тебе проблема, крыса, ой, крыса, кто-то сдает. Ты, кстати, что-нибудь не слышал? Подозрительный, может, Кайрата с кем-то разговаривал, там, мент, милиционер, ты все сделал, нет? Вообще, он даже не был, он жок. Все, он да, ко мне домой, у меня будешь ночевать. Ты жок? Мама, бірінші бірақ, дидарға барып шығу керек. Өзінен, атынасынан не отбылд. Мен қоп, бәрін подставить деткен. Ты давай, на себе много не бери, ты че? Не в тебе проблема-то. Они эту хату по-любому грабанули. Они месяц за ней пасли. Ты жертва на то пошла. Просто он мен жақын досым болып кетті. Ол маған әкем айтқан, что досынды сатпа деп. Я не хочу ее подставить. Умер. Еще мне говоришь, что я сопливый. Ты сопливый. Ты че сопливишь? Соберись, блин. Давай, разберемся. Пойдем, кет. Сейчас нормально поедешь, объяснишь им там. Ничего страшного. Наша любимая актриса. Персонаж, алло, Айдар? Ну ты чего трубку не поднимаешь? О, есть мегапон. Сейчас только вышел. Рядом там. А, хас. Я продос минут. Ну, все тогда. Главное, сам не нажрись. Не забывай, зачем ты там. Надо, чтобы он опьянел и какой-нибудь шум поднял. Ты понял? Не ты, а он. Ой, Динара Маратовна. Ой, Миша, вы же меня знаете. Все будет как положено. Мы же договаривались. Знаю. Вот поэтому я и говорю. Веди себя нормально. Сделай все как надо. Все, все, не вопрос. Сейчас. А что? Алдыр баста кегін жоқ ма? Кім? Өмірің достары. Тот раз приходили же, сон айтам. А, жоқ, кегін жоқ. А мне-то что, кесе келемесін? А что, мне бояться, что ли? Ой, не боюсь, не боюсь. Шпи отырсың бұл. Немнен да квас па, немнен? Я тебя обсаузым. Не ішем, өзім білем ғой. Епті, сен байқанна? Нені? Ол браттар тегін адам емес. Біз сен ғана, біз непослушный племянник. Қалайын олармен связь деті баған ба? Оларды непадарға адамдар. Е, мне какая разница, кім мен связываться сен? Главное, меған квартираны өзім алу керек, и все. Е, түкіре бермеш бол? Бассалам айтым, жеттер. Қалайсыздар? Мазалап жатқан жоқпын ба? Жоқ емес. Қазір келдім ғой. Сендердің қастарыңа компания составить етсем бола ма? Отыра бер. Сложно для пьяных людей. Есім Айдар болады. Ұлан. Алматбек дейсің ба? Жоқ, Айдар. Талғат. Э, тәке. Что вы так скромно сидите, а? Я не пойму. Эй, Айсан, бір закуска покуска алып беші бол. Жігіттер, айып етпеңізші, я этот. Я сегодня чуть-чуть выпил. У меня повод, мен ұлым колледж бітірді ғой. Оо. Құтты болсын. Құтты болсын. Ой, рахмет. Ой, рахмет. От души. Может, этот. Че вы пьете? О, рахмет. Ладно, алып кетші. А, бірден заказы бересіздер ма? Қазір, жігіттер, немен шешсіңдер? Давайте закажем пиво. Шешсіңдер ма? Мен ішпеймін. Қалай? Қалай ішпейсің? Ішсеңші. Е, менде завязка. Ой, ну завязка. Е, олеке. Какой еще завязка? Ты о чем? Ты что, не хочешь со мной выпить, что ли? Е, у меня повод, улым бітірді. Давай этот, может, қызыл, ақ, не ішесің? Угощать эти тусы? Конечно, я все, за все угощаю, братан. Угощаю, да вот ішсеңші. Біреу көрейін бе. Е, екеу көр. Давай этот, ну, хандай пиво, да. Алтау, алтау, сейчас стой, подчистись. Как легко сломать, а? Давай, я пиво гигенча. Да. За знакомство, выпьем, джиги. Давай.
Кайра, вы что творите, а? Вы не себе, вы мне проблему устроили. Я сейчас столько дров наломал, а? Боюсь, не вывезу все. Да все, не морозь, Ерики. Я ценю твое отношение. Не беспокойся, долю не обижу. При чем здесь доля? Ты по-любому меня отстегнешь. Я просто запарился за вас замазывать, а? С этими зеркалами. Пришлось на торгаша все повешать. Кайра, у нас был уговор. Я вас крышу, вы не воруете на моем участке, так? Так. Что получается, ты за базар не отвечаешь, что ли? Ерике, я тебя уважаю. Но за свою порядочность я любому обосную. Так что базар свой фильтруй. За тот косяк я перед тобой извинился. С пацанов спрос взял. Так что каткан бог составит миг. Ты мне лучше вот что скажи. Оно ментер. Бестурал хайдан бликут. А? Вроде никем из берге план для советов. Я не понял, Кайра. Ты что, на меня бочку катишь, что ли, а? Да нет. Просто интересуюсь. Не, в натуре. Біз ану қатаға кіргенде олар неге басқа қатаға кірді? Біз ану жақтан шыққанда олар мұнаған кірді. Что-то здесь мутно, Нереке. Ничего не мутно здесь. Это я так замутил, понятно? У них вся информация на вас была. Время, место преступлений. Хорошо, я среагировал. Как среагировал? Серик, всем благодарность. Не, вообще пофиг. Вы, главное, их задержите для начала. А там видно будет. Ваши интриги – это ваши интриги. Все, давай. И меня, Баро, бесит этот ИДНчик. Келит ты узничьи права качает, а? И почерк у него непонятный, блин. Так, Турайгырова, 135. Блин, у этого ИДНчика почерк, как у школьников, Баро. Алсана Ручкина. Давай, записывай нормально. Давай, диктуй. Турайгырова. 135/2. Так, Турайгырова, 135/2. А квартира? Квартира 92. Все, записал. Все? Давай. Ни хрена себе ты провернул. Базара нет. Да, базара нет. Если меня спалят, понимаешь, да? Кончат меня. Эрике, а кто, получается, нас слил? А там есть у нас один. Инспектор по делам несовершеннолетних. А он откуда узнал? Да ему какую-то щегол информацию слил. Умер. Умер? Знаете его? Конечно, знаю. Миссиндер говорит, мон, под контроль стандарте. Харики, это что, ваш, что ли? Да, наш. Ёб твою, Кайра, ты чё? Ты своих должен проверять с головы до ног, понятно? У нас отбор не такой должен быть, как у вас. Знаю, Эрике. Все, я сам решу. Это мой косяк. Я сам отвечу. Ответите вы. Ситуацию не усугубляйте, понятно, а? Сейчас все это взяли и на 2-3 месяца лягте куда-нибудь, чтобы вас не слышно было. Не звоните, не пишите мне, понятно? Сам вас найду. Да, мы так и собирались. Собирались, опять замазывать за вас придется. Сейчас пойду своих технично отведу от вас. Ерике. Саған үлкен рахмет көмектескен. Келіскендегідей, санау. Че там, братан? Не стыдно было? Когда выезжай? Позже. Сейчас меня найди этого сучоныша. И привезите. Я хочу сам отправить его к конченным родителям. Все, братан, найдем. Рыон Халандар. Халандар район дах букульщий гол. Чина бы на маганал кендер. Болду, братан. Найдем. Джинер. Ну, вроде все зафиксировали, опечатки сняли. Надеемся, что их найдут. А что теперь делать? Да. Хорошо, я на связи. Ты не переживай.
Он же должен быть у Серика. Айбек переживает. Архан ага. Ау. Я бы хотел извиниться. Простите меня, пожалуйста. За что? Все, что случилось, случилось из-за меня. Из-за меня грабили квартиру. Я больше так не буду. Слово пацана даю. Умер, ты так не говори. Ты ни в чем не виноват. Ты еще маленький. Это они тебя обманули. Мы все ошибаемся. Ты, наоборот, нам помог. Дидара спас. Понял? Он мой настоящий друг. Я оценил нашу дружбу. Нижанусо. Умер, я рад, что у моего сына есть такой храбрый друг. Вот скоро все закончится, и вы будете дальше дружить. Вот у Дидара ни сестер, ни братьев, и у тебя тоже. Нет, пап. О, у Умера есть сестренка, но, к сожалению, она сейчас в больнице. Да? А что с ней? У нее порок сердца. Операцию будем делать. Ищем деньги. А сколько нужно? 2,5 миллиона. А сколько нашли? Ну, вот с бесом. Понятно. Хоть начало есть. Дарханова, будем доманс. Я полиции все расскажу. Олар обязательно сон хотят передать. Умар, рахмица. Тогда я пойду. Ну, пошли, я тебя провожу. Не, не надо. Сергей Лав, не нужно. Сейчас монтажи. Точно? Угу. Ладно, пошли, я тебя до двери провожу. Давайте. До свидания. Не болейте. Удачи. Береги себя. Проверим. Умер, слушай меня внимательно. Сейчас поедешь в больницу к Дине и там переночуешь, хорошо? Дежурный врач уже в курсе, это для твоей же безопасности. А что, домой нельзя? Какой домой, Умер? Ты что, гонишь, что ли? Там твои типа эти друзья. Не дай бог тебя поймают, еще что-нибудь. У меня работы много. Но нельзя. Ты понимаешь же? К нему ты на квартиру приехать и их поймать. Чтобы я не нервничал, Умер. Я под свою ответственность. Я вообще буду переживать за тебя, понимаешь? Прям в больницу и все. Не двигайся, героизм, ничего не надо. Хорошо. Потерпи чуть-чуть. Если ты мне раньше это все говорил бы, а не выпендривался, вот этих всех проблем не было бы. Серега, будем мы им дальше писать бумагу. Умер. Все, без слов, все с кайтарма. Давай, вон такси приехало, вперед. Давай, давай, давай. Умер, давай. Позвонишь мне потом, не забудь. Позвони. Джиндер, джиндер, джиктер, турлетнде. Чувствуете себя как дома? Ну не забывайте, что в гостях-то, пэн. Капать, как мы до условий сейчас уходим с тобой? Конечно. Узим условия самого хотя бы сами, друзья? Конечно. Я блин узим губу. Меня из красавчик. А щеголда фон Дмитрий. Красавчик, хуй сай он там. Ой, мало. Давай, давай. Принеси на тазик. Еб. Много-то? А? Вымыша. Я вымер вас, давай. Я вымер вас, ладно, там вас ковры возьмусь. Я вам помню, но мне не имя. Пусть парк, хорошо. Пусть парк, хорошо. Давай. Кому? Кому? Пэш. О, салам алейкум. Ты че, опять набухался, что ли? Тебе что, непонятно было в тот раз? Я понятно, непонятно, мне вам пофиг. Надо будет синдер врагом, мне не имя гептицинально. Так что, Димал, что ли? Эй, брат. Ну, ты урбан хочешь, был ты? Умергай, да, Я пельмень, 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 что знай там. Сорвай, да. Костик, ты! Вот ты, салам алейкум! Че, братан? Алкашню свою опять привел? Че, в тот раз непонятно тебе было? Да, братан, рот закрой! Ты. Где умер? Когда он приходил? Вот это. Нет его здесь. Джигтер, отвечаю! Умер, гундак, кеген, чё, как будет?
Тебе вообще сказались не появляться? Что за хуйня? Я вообще здесь ни при чем. Я сегодня только с ними познакомился. Тогда тем более пошел нахуй отсюда. Басқа қайда болу мүмкін? Туыс тума кім бар басқа қалада? Мені басқа шықтыңда. Бал басқа кім бар? Не сестра ұстан еткен жерна больница ғана. Қандай больница қайда? Қандай больница? Твой рух! Директор Шарипова да кардиологический. Что дядька, что умер на? Одни терпил ее. Эй, жарай, ты чектер джундыш? В смысле джундыш? Давай до конца кошмарить, дыр найрешь, мол. Нет. Ты с нервом сок. Я Кириген без тебя, братан, не. Братан Кириген без тебя. Че там? Че? Микетин. Я не против? Микетин. Алло, ага, не переживай, дядя Серик. Все, жетон, давай. А зачем замазать-то? Так стрёмно. Умер, родной. Среди нас я лично его закрою. Умер достойно, тогда ей. Умер степь. Быстрее выезжай, короче, опергруппу собирай. Давай. Как только я позвоню, сгорьте. Что за херня в этой серии была вообще? Шляпа какая-то. Так. Прошлая серия была хорошая. Понравилось. По-моему, так и было. Это вообще не вкатило. Диалоги мне тут вообще не нравились. Не нравились решения, которые принимались. У вас, ну, как это называется-то, когда... Ну, когда тип, короче, помогает следствию, и за ним прям пристальный надзор, за ним следить должны, и всегда он должен быть под охраной. А тут ты езжай, давай в больницу переночуй, все нормально. Ты вообще конченый или чё? Это что за херня была? Я вообще не знаю, я не вкатил. Это какой-то кошмар. Ну, так нельзя делать. Он уже должен быть под охраной с человеком где-то на другой квартире и так далее. Понятное дело, то, что все это сделалось, типа, чтобы его поймали, как-то и так далее. Но, ну, не так же. Вот, сцена с алкашами тоже так себе, я уже сказал, сложно играть пьяного, вот, поэтому не получалось вот у этого чувака, который к ней подсел, и, блин, как легко все-таки он согласился бухнуть за какого-то левого чувака, которого вот ты вот только что, ну вот первый раз видишь, ты сидишь рядом с другом, который бухает, выпивает, и ты такой, не, я не пью, ну, держишь себя в руках, тут подошел левый тип какой-то, блядь, кого, да, тебя угощают, ну ладно, если угощаешь, то, конечно, камон, ты же знаешь, что тебя будет ждать, жесть. Ладно, это тоже такая легкая доебка. Не понравилось мне то, что как разговор шел между Кайратом и этим продажником. Он зашел, ну, то есть, там надо было такие пожестче прям диалоги
пусть и типа, что он уже на шухере должен был зайти туда, типа, блин, какого черта, че я вас постоянно прикрываю, ля-ля, и сразу должен был сказать, он так долго все это переходило к Аумиру, к Щеглу. Ну, он не знал, конечно, но все же. Что-то, короче, не знаю, мне тоже не понравилось это все. Вот, понятно было, как он замазал все. Ту-ту-ту, все это долго было, вообще долгая сцена с разговора Кайрата. Я хотел посмотреть, что за косяк был на монтаже. Только не помню, в какой момент. Мы с вами лучшие дружим. Вот у Нидара ни сестер, ни братьев. И у тебя тоже. Нет, пап. О, у Амара есть сестренка. У нее пора. А сколько нужно? Ну, хоть начало есть. Тархана, ой, до нас. Я полиции все расскажу. Улар обязательно сам хотят перед. Добр, пахнется. Тогда я пойду. Пошли. Вообще косяк. Как такое можно было допустить? Это же видно прям склейку. Это вообще... Ну, такое недопустимо. Тогда я пойду. Пошли. Это жестко. Может, они, конечно, не заметили. Но как они могли это не заметить тоже? Тогда я пойду. Пошли. Это типа, ну, вот такая вот склейка, короче. Очень странно. Я провожу. Очень странно. И очень печально. Ну, понимаю то, что там, может, молодой тип какой-то за всем этим делом стоит. Вот. Еще раз скажу, самое беспонтовое решение отправить человека, мальчишку маленького, одного в больницу. Какой-то дурдом. Вот. Жесткая сцена была, когда они, ну вот, когда завалились уже к этому, к дяде, и в итоге согласились пиздить, и видно то, что Макс стоит, и он это все не одобряет. Мне кажется, он все-таки поможет Умирчику сбежать. Потому что он в этом месиве не стал участвовать. Он все-таки, ну, скорее всего, против насилия, но за... Ну, просто как бы вор. И еще в прошлых сериях видно было то, что он переживал по этому поводу, что может с Умиром что-то случиться. Вот. Ну, прям как братишку, короче, он его полюбил. И Умир... Тоже дурацкая сцена. Вот он идет. Голову вниз отпустил. И допустим, вот вы голову отпустили, идете вперед, и вы слышите, кричат «Умир», ну типа говорят «Умир», но как бы можно понять, что это спереди, ну, можно понять, либо спереди, либо сзади это тебе говорят. И он оглядывается назад, типа «А, что? А? Пащ». Вот и прилетело ему. И он никак не испугался, когда повернулся. Ладно, это все, это уже прям конкретная доебка. Короче, мне не, вообще не понравилось. Фиг знает. И когда будет финал уже... Фиг знает. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.